Друзья, приветствую всех на канале, с вами Marvel Hero, и в сегодняшнем ролике вместе с вами поговорим на тему как раз таки танкоинов, которые в нашей игре, как вы знаете, с момента добавления становились лишь дороже. Ну а сейчас появилась возможность купить их гораздо дешевле. Что же произошло и каким это образом работает, мы сегодня вместе с вами и взглянем. Но обо всем по порядку. Вы в свою очередь обязательно данный видеоролик не забывайте поддерживать пальчиком вверх, также если впервые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчик. Конечно же, делитесь после просмотра данного видеоролика комментариями, впечатлениями. Ну и заодно напоминаю тому, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте на стройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Все подробные информации есть на нашем сервере в Дискорде, присняйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также не забывайте заполнить ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Но я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте вместе с вами перемещаться как раз таки к магазину, там где вы можете те самые танкоины в нашей игре приобрести. Уже где-то, наверное, в протяжении недели у нас доступна возможность как раз таки приобрести те самые танкоины, условно говоря, вдвое дешевле. Почему? Потому что при каждой покупке вы как раз таки получаете еще столько же на баланс. То есть, купив 300 танкоинов, вы получаете на счет свой 600. Также в случае любого другого пакета, тот же самый дорогостоящий пак с 24 тысячами танкоинов, вы еще и бонусом получаете 24 тысячи танкоинов. Что же это мне лично напоминает? Мне напоминает это, как в старые добрые времена в нашей игре действовал двойной кристалл. То есть раньше, когда у нас в игре особо много механик всяких не было, были лишь кристаллы в магазинчике, возможно, какая-нибудь там спецушка с красками и премиум аккаунт, вот тогда как раз таки в игру наши разработчики рандомно некоторым игрокам при заходе давали двойной кристалл, и тем самым, когда вы приобретали кристалл, да, вам давали их вдвойне больше. Также сейчас, но с танкоинами. Это некая такая новая фишка, потому что, как я ранее говорил, такого не было с момента добавления танкоинов в нашу игру. То есть это впервые что-то подобное в нашей игре именно с танкоинами, потому что, как вы знаете, когда у нас проходят акции, скидки 50%, к сожалению, на танкоины она не действует. То есть действует лишь на те самые предметы, которые уже в танкоинах продаются. А вот над, к сожалению, вовсе нет. И вот день настал. На протяжении какого это времени будет пока непонятно. Возможно, до момента, пока вы не воспользуетесь данной возможностью, да, купив все предложения, потому что на каждый пак действует как раз таки подобный бонус. А, как я понимаю, у нас получается уже где-то около недели данная возможность имеется в игре. То есть кто-то даже, наверное, с наших зрителей воспользовался подобной акцией, да, сэкономив, тем самым купив и получив вдвое больше. Тем самым это, конечно, влияет и на тот самый рост танкофонда. Как вы понимаете, наш танкофондик как раз таки отчасти растет за счет подарков, которые разработчики подарили на день рождения 4 числа, кто заходил, особенно те аккаунты, на которых ребята получили танк. Ну и также за счет того, что вот такие бонусы на протяжении, получается, у нас уже неделю действуют в игре. Опять же, танкофонд не так быстро растет, как бы хотелось, для того, чтобы достичь последнего уровня, то есть до 30 уровня пока что, в моем понимании, тяжеловато будет дойти, сомневаюсь я, а вот как раз таки до ближайшего устройства в скором времени доберемся. Опять же, есть шанс, конечно, добраться и до следующего устройства. Это уже Магнум с заморозкой. Магнум, наверное, в моем личном понимании, когда я тестировал, был похуже, чем Шафт. Да, Шафт более бесячий. Каждый выстрелом просто отключает противнику дрона. Тем самым можно гораздо проще разобрать игрока, который играет как защитником, с тем же Крисом, ловкачом, который до вас добраться так быстро не сможет. Но и с бустером, который уже будет наносить поменьше урона. Обзорчики у нас ранее уже выходили. Тоже, кто, возможно, еще не видел, обязательно можете перейти по ссылочке, которые оставлю в закрепленном комментарии, даже несколько ссылок на все как раз таки те самые тесты, как на огнеметик, так же на смоки, вулканчик, магнум и шаф. Ну и, конечно, успели уже погонять даже на тех самых скинах GT, на мамонта, твинца. Многим по комментариям я видел, что даже очень понравилось что-то необычное, футуристическое, поэтому тоже можете оценить, если ранее упустили. А по поводу остальных же наград, у нас, конечно, есть возможность получить крейс, броненосец, но я думаю, что для тех ребят, которые уже заядлые игроки, которые
Тора уже не в первый раз участвует в подобных событиях, наверняка он уже есть, поэтому подобные награды новичкам будут в первую очередь интересны, и возможно как раз при достижении данных наград какие-то будут определенные всплески в нашем танкофонде, когда ребята как раз таки задумаются о покупке. Но я думаю, что большинство уже участников данного события, как и я, так и вы, наверное, уже приняли, как ни странно, участие, купив то самое предложение в самом игровом магазине. Я в своем случае воспользовался и купил как раз таки второе, да, под номер 2, с красочками, эпическими ключиками и кристаллами, которые являются как раз таки многоразовым. На Безнатике уже купил то самое предложение, которое у нас имеется как раз таки под номером 1, допинг. И также у каждого из вас, как и у меня, также есть возможность купить тот самый бустер, который лично ваш индивидуальный уровень повысит на 1. То есть если окажется ситуация, когда одного уровня не хватает, либо же нескольких, до какой-то ценной награды для вас, то это позволит вам как раз таки получить тот самый приз. Но в свою очередь учтите один немаловажный аспект, то что покупка данного спецпродолжения доступна один раз в сутки, то есть купить сразу же за день, а она доступна 10 раз, то есть больше 10 раз и не купить не получится в течение одного дня. То есть вам нужно об этом тоже заранее подумать, если в планах есть какие-нибудь более ценные награды забрать. Ну и потихонечку фонд турнира тоже растет, неплохие цифры, опять же, потому что у нас в силах еще 2,5 недели до конца нашего события, и многие уже даже заранее об этом позаботились и потихонечку свой уровень повышает лично, дабы забрать как можно больше всяких плюшек и бонусов. Ну и не забываем о том, что есть вероятность того, что у нас игроки получатся еще и обратно танкоина, выиграв как раз таки в итоговом конкурсе. А у нас сейчас на данный момент 1300 победителей уже получает по 8000 танкоинов каждый. Ну а ближе к концу танкофонда, думаю, что эта цифра будет около 2000, если не больше. Поэтому, друзья, в свою очередь обязательно данный видеоролик поддерживайте активность, введите пальчика вверх и посмотрим, что из этого всего получится по итогу у нас. Конечно же, делитесь своими впечатлениями, знали ли о том, что у нас действует подобная акция в нашей игре как раз таки на танкоины. Возможно, напишите, кто уже успел воспользоваться подобным бонусом. Ну и заодно напишите, с какого года играете и помните ли тот самый двойной кристалл в нашей игре в далеком 2012, а может быть и того раньше году. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были впервые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.